закрепляющим звеном, одним из звеньев семейных. Так вот, если семья взять это небольшое кольцо из звеньев, то таким главным звеном, основным, который скрепляет между... Он дополняет чем-то маму, но я думаю, что это такая основной из самых крепких звеньев должно быть. Ну, помощника, может быть, направляет в чем-то в этой жизни, помогает, помогает в какой-то, может быть, самореализоваться в этой жизни.